Приветствую вас, мои дорогие подписчики и новые зрители. В этом видео готовим хлеб. На этот раз хлеб будет с изюмом и корицей. Очень ароматный и вкусный, а главное домашний и без вымешивания. Вам понадобится только время. Итак, начнем. А начнем мы с сухих ингредиентов. Понадобится 375 грамм муки, это примерно 3 стакана. Муку необходимо просеять. В просеянной муке добавляем дрожжи. Я добавляю 11 грамм, но можно добавить 7 или 8. В другую часть миски добавляем все остальные сухие ингредиенты. Это 1,5 чайные ложки соли, 1-2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки корицы. Все приправы, соль, сахар я смешиваю с мукой в одном углу. А дрожжи я смешиваю с мукой в другом углу. Специально, чтобы прямая соль не попала на дрожжи. Соль деактивирует дрожжи, а нам это совсем не нужно. Теперь, когда все перемешано с мукой, можно все вместе смешать. К получившейся ароматной муке добавляем 3 четверти стакана качественного изюма. Все еще раз перемешиваем. И это все сухие ингредиенты, которые понадобятся. К сухим добавляем жидкие. Нам понадобится 3 четверти стакана воды и 3 четверти стакана молока. Молоко и вода должны быть комнатной температуры. Это примерно 37-36 градусов. Если вы опускаете палец и палец не чувствует воду, то это отличная температура. Все перемешиваем. Тесто смешалось в однородный комок. На этом мы останавливаемся. Накрываем тесто пищевой пленкой. Накрывайте пленкой без доступа воздуха. Также, чтобы к тесту не было доступа и света тоже, накрываем его полотенечком. И оставляем при комнатной температуре на 12-15 часов. Это нужно, чтобы произошла ферментация теста. То есть развился глютен или гликобина. Тесто постояло при комнатной температуре около 13 часов. И к тому времени, когда надо было начинать готовить, я не успевала. В таком случае вы можете поставить тесто в холодильник до того момента, когда вы начнете готовить. Также можно настаивать тесто в холодильнике. Это займет, конечно, больше времени, около суток, но это тоже работает. Давайте посмотрим на тесто. Тесто увеличилось в объеме значительно, раза в 3. Посмотрите, какие красивые пузыри. Вот это все глютеновые связи получились. Это то, чего мы хотели добиться расстойкой теста. Отлично. Подпыляем рабочую поверхность мукой. Подпыляем само тесто немного мукой. И потихоньку вытаскиваем его наружу. Вытаскивается оно хорошо, без особых проблем. Тесто пахнет дрожжами, изюмом, корицей. Замечательные запахи. Теперь, как это ни парадоксально, необходимо тесто хорошо обмять, то есть выпустить весь тот воздух, весь тот газ, который образовался за время расстойки. Теперь складываем тесто таким образом. На треть. Еще раз на треть. Еще раз на треть и еще раз на треть. Переворачиваем и округляем наше тесто. Больше муки не добавляйте. Получается очень гладкое, красивое тесто. Берем противень, в принципе любой, подпыляем его мукой. Подпыляйте щедро на всей площади противня. Вкладываем наш хлебушек будущий. Некрасивой стороной вниз, а гладкой стороной наверх. Также подпыляем верх мукой.
Накрываем тесто крышкой или пищевой пленкой. Я рекомендую накрывать крышкой, чтобы у теста было место увеличиться. Мы ставим сейчас его на расстойку. Чтобы не было доступа света и воздуха, накрываем также полотенце и оставляем при комнатной температуре на час. А в это время включаем духовку на 200 градусов. На дно духовки ставим емкость с жидкостью, с водой, не кипятком, с обычной холодной водой. И за час ваша духовка и вода разогреются и создадут отличный пар для хлеба. Пар обязателен, без него не будет красивой корочки. Тесто постояло часик в сторонке, и оно готово к выпеканию. Как это точно понять, что тесто готово к выпеканию? Нажмите на него пальцем, и оно должно медленно возвращать свою форму. Если это происходит быстро, то тесто еще не готово. Если форма вообще не возвращается, то тесто перестояло. Идеальный вариант – это если вы нажимаете, и форма медленно возвращается. Теперь нужно сделать несколько надрезов на тесте, чтобы было куда выходить воздуху из теста. Вам понадобится что-то очень острое. Это может быть лезвие для бритья. Идеальный вариант. Очень острый нож, тоже неплохой вариант. В этот раз я буду использовать лезвие от кухонного комбайна. Оно тоже очень острое. Делайте надрезы, как вам удобно, по собственному желанию. Я буду делать 3. Теперь хлебушек отправляется в духовку, заранее разогретую до 200 градусов, на 45-50 минут, зависит от вашей духовки. Хлебушек готов, вот так он выглядит. После выпечки он еще теплый, можно сказать, горячий. Если побить сзади по нему, то слышен очень глухой звук. Значит, он готов. А сверху очень приятный стук. Давайте разрежем и попробуем, что же получилось. Вот какая корочка получается. Все очень-очень аппетитно. Хочу отломить кусочек и попробовать. Посмотрите, какая красота получается. По поводу вкуса, у меня одни междометия. Совершенно потрясающий вкус домашнего хлеба. Ничего вкуснее домашнего хлеба просто нет. Сказать, что я довольна результатом, это ничего не сказать. Готовьте на здоровье. В очередной раз хочу пожелать вам, мои дорогие подписчики и новые зрители, полезного, вкусного, приятного карантина, если вы находитесь в самоизоляции, либо легкого возвращения к нормальной жизни, если оно происходит в вашей стране. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, делитесь этим видео с друзьями, нажимайте на колокольчик, и мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!